1910 год. Екатерининский дворец. Главная летняя резиденция российских императоров, начиная с Екатерины I. Царское село Петербург. Здесь вечером 30 марта проходила пятая церемония вручения премии имени Людвига Нобеля. Вечер начался с минуты молчания в память о жертвах терактов в московском метро, происшедших накануне церемонии. И, возможно, символично, что двое лауреатов премии 2010 года 8 лет назад вели переговоры с террористами и спасли несколько десятков жизней заложников. Если мы говорим «Рошаль», то мы вспоминаем не только врача, но мы воспринимаем его как гражданина и вспоминаем его как гражданина. Перед нами тут же проходят те ужасные страницы, когда он, жертвуя своей жизнью, предлагал себя в обмен на пленных детей. Я об этом никогда не думаю. Я не думаю. Я не могу сказать, бережет меня, не бережет. Я скажу, бережет, я сейчас выйду от вас. Я сам всегда за рулем. Сяду за руль, буду в аварии. Я не фаталист, но у меня есть цель, да, и я ее делаю. Вечером 23 октября 2002 года группа боевиков Мавсара Бараева захватывает театральный центр в Москве с почти 1000 зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». На следующий день с террористами начинают вести переговоры. Один из переговорщиков, Леонид Рошаль, трижды войдет в захваченный театральный центр на Дубровке и пробудет вместе с террористами и заложниками более 8 часов. Удалось полностью обеспечить всех нуждающихся заложников медикаментами. Я несколько раз приходил сюда, приносил медикаменты и все. И все, что необходимо. Удалось склонить Бараева к тому, чтобы он отпустил детей. Но он меня обманул, обещал всех, а выпустил только 8 человек. Ну, мне не стыдно за ту работу, которая была в «Норд-Осте». Лауреат возрожденной премии Людвига Нобеля за 2010 год. Доктор медицинских наук, профессор, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Михайлович Рошаль. Большая Полянка, дом 20. Уже 8 лет здесь находятся новые корпуса одной из лучших клиник России, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Клиники, которая на весь мир известна как Институт Леонида Рошаля. Любой ребенок, которому плохо, может попасть в его клинику. Он не берет денег. Это очень важно. Он ни одной копейки денег за лечение не берет. У него бесплатная клиника сегодня. Вы можете себе это представить? 8:30 утра. В большом конференц-зале общий сбор всех врачей и медперсонала больницы. Так, каждое утро начинается рабочий день в клинике Леонида Рошаля. Сегодня в интернете прочитал. В мире 1210 миллиардеров. Ого. Кто среди нас, поднимите руку. Первое отделение состоит 45. Трое не кормятся, фимоз и две пупочные грыжи. Во втором отделении 40, два ребенка не кормятся, наблюдается по поводу острого аппетита. В третьем отделении 42 человека, один не кормится, МРТ под наркозом. У него нету телевидения. Вот нашего телевидения в клинике у Рошаля его нет. Он создал свое телевидение. То телевидение, которое он разрешает пускать своим пациентам, детям. Там идут мультфильмы, там идут детские фильмы. Но вот этот страшный мир, в котором они живут и в который они попадают, он отсек их от этого мира. Мы хотели сделать так, чтобы дети не чувствовали, что они в больнице. Вы это чувствуете? Ну, в детском саду где-нибудь, да? Чтобы не было вот этого и даже запаха больничного, и вид. Каждый этаж свой цвет, да, и оригинальный. Рисуночки, названия, номера палат сделаны. Это приятно. Орловская область. На излучине реки Сосны расположился небольшой город Ливны. В нем в 1933 году в семье военного летчика появился на свет Леонид Рошаль. Папа у меня очень рано потерял родителей. Он был беспризорником.
он воспитывался в детских домах. И он, наверное, то, что недополучил в детстве, вот эту родительскую любовь и ласку, он пытался возместить на нас. Но вместе с тем никогда не прощал наших ошибок. Приветствую вас. Здравствуйте. Как дела? Шуточка, выходили мне сокровища. Сокровища? Язык покажи. Красивый язык у тебя. А ручку дай. У меня примера родителей не было. У меня никогда не было каких-то лозунгов. Вот давайте я пойду, буду там доктором, буду спасать людей всех. Хотя в 5 классе мама моя нашла мое изложение, где было написано, что я хочу быть хирургом и вырезать аппендициты. Это было. Вот. И после окончания школы, без всяких сомнений, я пошел учиться в медицинский институт. Было 2 приемных. Лечебный факультет для взрослых и педиатрический для детских. Да? И просто мои ноги меня повели в педиатрический факультет. В конце 80-х Рошаль уже будет работать в здании на Большой Порянке, тогда еще 20-й городской детской больнице. Уже тогда он один из самых известных педиатров мира, доктор медицинских наук, профессор. Но широкая известность придет к Рошалю в конце 1988 года. 7 декабря 1988 года, 10 часов 41 минута. За несколько секунд в результате землетрясения был полностью разрушен армянский город Спитак. В одно мгновение погибает 25 тысяч человек, сотни тысяч получают ранения, множество людей находятся под завалами. В Армению со всего мира летят самолеты с гуманитарной помощью. С подарками и медикаментами в Армению прилетают глава Ордена Милосердия Мать Тереза, американский президент Джордж Буш с сыном. В Спитак прилетает специализированная бригада Леонида Рошаля. У меня сначала была просто гипотеза, что помощь детям должна оказывать специалистам детские врачи, детские хирурги. Тогда результаты должны быть лучше, потому что дети имеют свои особенности в оказании. При реанимации, при травме, при черепной травме. И это должны знать. И я понимал, что иногда ребенок умирает не потому, что ему помощь не оказана, а потому что не оказана специалистам. День и ночь операционная для детей, возглавляемая московским хирургом профессором Рошалем, принимала маленьких пациентов. Я был свидетелем тому, когда за чашкой чая, сидя у него в кабинете, к нему подошел человек, наклонился и что-то сказал ему на ухо. Он сказал: «Я на минуточку, буквально, да, вот чай оставляю здесь, я подойду через несколько минут». Он вышел. Через какое-то время он вышел одетый в операционный костюм. Он куда-то ушел. И минут через 15 пришел. Вот это и есть Рошаль. Он пошел, спас чью-то жизнь, помог в операции, вернулся и продолжал опять светскую беседу. Что это такое? Это гений. Вернувшись из Армении, Рошаль начинает реализовывать свою мечту – создать единственный в мире реанимационный детский институт. У нас создана специальная противошоковая палата в приемном покое, и больного одновременно встречают реаниматолог, травматолог, нейрохирург и общий хирург. Мы спустили реанимацию фактически в приемный покой, начинаем работать с колес, и рядом, буквально в 3-6 метрах, компьютерной томографии, не нужно куда-то перевозить ребенка. И в этой шоковой палате есть все, что необходимо, включая УЗИ, включая энцефалографию, включая доплер. Вот эта идеология переноса встречи с тяжелыми больными в приемный покой – это вот наша работа. И есть следящая система, когда сестра сидит за своим столом и видит, что происходит в каждой палате. Это очень удобно, особенно для детского отделения.
Значит, мы как такой японский коробок маленький напичкан. Лабораторные исследования не на бумажках носят, а передаются по сети непосредственно врачу. У каждого доктора есть компьютер. И может в любой момент посмотреть, что происходит с больным, и как идет динамика. Такого института нет не только в Москве, еще одного. Нет в России, нет в мире. Уважаемый Леонид Михайлович, вам вручается медаль, созданная по эскизам 1888 года. Леонида Михайловича Рошаля поздравляет лауреат премии Людвига Нобеля за 2009 год граф Петр Петрович Шереметьев. Вы необходимый человек, вы красавец в этом деле спасения детей. Я вам низко, низко кланяюсь. Вот где беда, где человеческое горе, там Леонид Михайлович. Это его судьба, это его долг. 1 сентября 2004 года началось в Институте Рошаля, как обычно, с утренней врачебной конференции. Но в момент одного из докладов раздался звонок из Осетии. Да, о этом печальном известии я узнал вот буквально минут 30 тому назад. Сейчас я связываюсь с правительством Северной Осетии. Я готов вылететь в любую минуту, когда это будет необходимо. Вот и все. Спасибо. Три дня внимание всего мира было приковано к школе номер один в небольшом северо-осетинском городе Беслан. Узнав о захвате террористами школы с 1000 заложников, из которых большинство дети, Леонид Рошаль немедленно вылетает в Осетию. Я думаю, это, наверное, более значимо из всего, что я сделал в жизни, когда родственники тех, кто были в школе, собрались в клубе и хотели идти своими руками освобождать их. Меня туда позвал главный психолог, который там работал, сказал, что ничего сделать не может, чтобы я как-то поговорил с народом. Я их сумел остановить. Российской премии Людвига Нобеля за 2010 год Леонид Михайлович Рошаль. Пожалуйста. Когда-то думал, вот наступит какое-то время до пенсии, начнется другая жизнь, я буду там лежать на диване, читать книжки, да, смотреть телек до упору. Не получается. Вот мне 77, скоро будет 78, да? Что-то я как-то не вижу сейчас, когда это все произойдет. И не хочу, что самое интересное. Он награжден правительственными наградами, и правительство его отмечает. Но общественность тоже хочет выразить свое отношение к нему. И замечательно, что появилась благодаря истории премии Людвига Нобеля такая возможность нашего отношения к нему –